Здравствуйте, я хочу вам рассказать о книге «Приключения Эмилия Зленеберга». Эту книгу мне подарила одноклассница Лиза на день рождения 4 года назад, когда мне исполнялось 8 лет. В этой книге 5 рассказов, 3 о Карсоне и 2 об Эмиле. Я прочитала их все, но больше всего мне понравились «Приключения Эмиля из Зленеберга» и «Эмиль и малышка Ида». Автором этих рассказов является Астрид Анна Эмилия Лингрен, сокращенно Астрид Лингрен, шведская писательница. Все существующие книги об Эмиле иллюстрировал шведский художник Бьорн Берг. В моей книге эти иллюстрации черно-белые, но от этого они не менее интересны и динамичны. Я захотела узнать побольше о деревне Зленеберга. Зашла в интернет, узнала, что это не деревня, а город. Стала искать его на карте Швеции, и оказалось, что этот город такой маленький, что его не изображают на этой карте. Познакомьтесь, это Эмиль, а это его сестренка Ида. Выяснилось, что по произведению «Приключения Эмиля из Зленеберга» снят фильм, и существует много театральных постановок. Книги «Приключения Эмиля из Зленеберга». В ней рассказывается о годе из жизни Эмиля Свенсона, озорного мальчишки, который дня не проживет, не напроказничав. Эмиль очень добрый и смышленый мальчик. Он очень любит свою сестренку Иду, поросенка Свинушка и Альфреда. В наказание за свои проделки Эмиль оказывается запертым в дровяном сарае, но ему и там не скучно. Мальчуган выстругивает из дерева смешных человечков. В образе Эмиля можно разглядеть многих озорников, которым не сидится на месте. Многие дети узнают в нем себя. Советую вам прочитать эту книгу, не пожалеете. Также есть повесть «Приключения Эмиля и малышки Иды», но про нее вам рассказывать не буду, для того, чтобы вам было интереснее ее читать. Спасибо за внимание.